Привет! Это видео-версия сайта Tarantas News, и в этом выпуске о новом электрокупе от Испана Сьюиза. Испана Сьюиза фабрика de Automovilis покажет в Женеве заряженную версию электрического гран-турера Carmen. Данный автомобиль получит шильдик Bullion в честь довоенных гоночных машин, участвующих в соревнованиях Жорж Булуа Кап. Каких-то подробностей о драйверском гран-турере Испана Сьюиза не сообщает. Только что версия Bullion будет подготовлена отделением спецпроектов TaylorMade и от обычного электрокара отличается дизайном, отсылающим к историческим гоночным моделям марки. В техническом плане, скорее всего, никаких изменений не будет, а значит, силовой агрегат — это два электродвигателя на задней оси суммарной мощностью 1020 лошадиных сил и Т-образная литий-полимерная батарея емкостью 80 кВт-час с жидкостным охлаждением. Для обычной Carmen заявлено время разгона с 0 до 100 км в час менее чем за 3 секунды, а предельная скорость 250 км в час. Без подзарядки ретро-купе проезжает примерно 400 км. Представили Испана Сьюиза Carmen уже весной 2019-го. Внешний вид машины похож на Дюбоне Ксения 30-х годов, а название получило в честь внучки одного из основателей оригинальной Испана Сьюизы Carmen Mateo. Всего будет собрано 19 образцов Испана Сьюиза Carmen. Производством займется испанская QEV Technologies, которая специализируется на инжиниринге электромобилей и разработке кит-комплектов для переделки авто с двигателем внутреннего сгорания в экомобиле. Цена Carmen составит 1,5 миллиона евро. Это примерно 105 миллионов рублей. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!